Идея была такой, что мы случайные зрители из толпы, ну, которым повезло выйти на площадку, получить автографы. Ну и дальше как бы мы с первой попытки начинаем тихонько забиваем, то есть потом разоблачаемся и начинаем показывать данк-шоу. Мне очень приятно выступать на таком огромном реально стадионе, ЦСКА тем более. Это непередаваемое ощущение и эмоции, потому что здесь царит невероятная атмосфера.